Месяц чистоты продолжается. Больше 50 рабочих вышли на улицы Видного, чтобы облагородить территорию. Работы идут на Советской улице и на проспекте Ленинского комсомола. Особое внимание дорожные и коммунальные службы муниципалитета уделили благоустройству территории, расположенной между домами 78 по проспекту Ленинского комсомола и 30 по Советской улице. Традиционно мы убираем каждую весну. Где-то в середине апреля мы его убираем. Когда он чуть-чуть подсохнет, ребята работают отлично. Территория пользуется популярностью у учащихся 5-й школы, а также стала любимым местом для выгула собак. Житель города Видное Юрий Тихонов отмечает, что уже заметен результат уборки, а ходить по привычным тропинкам с домашним питомцем стало приятнее. Если овраг станет чище, то многие собачники будут со спокойной душой гулять тут и весело проводить время. Традиционно месяц чистоты и благоустройства Подмосковья завершится общеобластным субботником, который пройдет 27 апреля. В этот день облагораживать территорию выйдут все коммунальные службы муниципалитета, подведомственные и подрядные организации, а также неравнодушные жители округа. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.